Авария произошла в начале восьмого утра. Пока остается неясным, как именно автобус оказался на полосе встречного движения. С ним в лобовую столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, пассажирский автобус марки МАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником Honda. После чего автобус продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем марки Hyundai. На данный момент известно о двух пострадавших. Во внедорожнике Honda на водительском месте зажала женщину. Ее с травмой правой ноги эвакуировали через пятую дверь. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.